Всем привет! Хочу снять видео про музыку такую, сборники The Future Sound of Jazz, либо просто как Future Sound of Jazz. Ну вот я сам иногда ошибался, путал, главное, чтобы не путать, Future Sound of London, да, группа есть английская, а это The Future Sound of Jazz, и сборники это Compost Records, вот Compost Records, Compost. Немецкий лейбл, очень интересный, очень известный, и наши там в том числе исполнители записывались, Антон Кубиков, по-моему, другие, Антон Кубиков, SKZ-9, вот, и у меня не все в коллекции, и вот есть компакт такие, да, вот, не путать, и компост, ну, давайте покажу с красиво вот такое вот издание, есть компакт, DigiPack, и Total 8, и он даже двойной, вот что, чем удивительно, такая вещь, двойной диджипак, вот, сейчас играет, недавно тоже приобретал, показывал Future Sound of Jazz, шестая часть, но у меня, смотрите, что в коллекции есть первая часть, такой непримечательный тут, обложка непримечательная, вот Volume, первая часть. И Михаил Райнбольд, он, собственно, вот эти компиляции и составлял. Мюнхен, вот, Compost Records. И Джимми Теннер, тут есть недавно, я вот про него рассказывал, первая, видите, композиция. Ну и сами видите, тут достаточно много кто из известных, тот же Вагенхрис, предпоследняя. А вот. Очень интересные. Фауна Флэш часто встречается. Макс 404. Вот, Фауна Флэш, о чем говорю. Это второй сборник The Future Sound of Jazz. Volume 2. И я, знаете, не хочу обложку переворачивать. Ну, мало ли контент, все-таки YouTube. Мне она не очень нравится. Вот. Обложка, я имею в виду. Вот третий. А вот третьего обложка мне нравится. Такие кубики, кости, да. Вот. И на третьем тоже, что если посмотреть, мы видим, тут двойной он сборник. Fauna Flash опять. Max 404. И вот видите, группа Rack Scuba. Это на Warp Records и писались. А в ранней, как так сказать, стадии лейбла, на началах, там и техно, и IDM, ну, экспериментальная электронная музыка, очень интересная группа, и вы знаете, это эксклюзив Скуба, можно сказать, потому что вот на этом сборнике я вот вижу, а так я поклонник этой группы Rack, вот у меня есть их альбом, вот, Rack Diversions. Сейчас наведется. Да, лицензионный диск в Союзе покупал. И вот здесь этой композиции нету. Warp Records, Electrofish и так далее, так далее. Neo Rio. Очень красивый альбом. Очень красивая группа. Вот, простое такое оформление, но лицензии, и вот эти лицензии, тут тоже Rack, Warp Records, ну и на этих эпишечках, видите, тоненькие Tangents, нету Скубы, поэтому иногда очень выгодно не только вот альбомами, эпишками, CDR-ки всякие покупать, но и альбомы можно редкость. Потом вот такой вот четвертый выходил. Видите, как в телевизоре такое изображение. То есть тут тоже прям ничего такого сверхъестественного нету. Но чем интересны первые года, вот эти вот 96-е, 95-е, они были продуктивны по несколько альбомов. И причем по сборнике, видите, они имеют двойные, да, компакт-диски, вот, вот это если выпустили тут лейбл, двойной диджипак, интересно, но вот компост были не только сборники, вот The Future Sound of Jazz, но и сборники, допустим,
разные вот и под другие проекты. Переиздание – это лицензия отечественная. Дальше. И вот четвертый, пятого, видите, нету. Какая досада. Вот шестой сейчас играет. Шестой играет. Сейчас можно чуть погромче сделать. Он давно у меня уже играет. Я вот так заслушиваюсь. Не все есть время прослушать. Но вот это можно считать лицензией. Это украинский, по-моему, лейбл. Neo Records, 2000 год. Издание издали. Тоска тут есть, шоколадный Элвис. Как-нибудь освещу этот альбом. Диджипак золотистого цвета, очень интересный. Остальное тут, видите, наводится так. Вот. Фауна Флэш опять-таки тут присутствует. Михаил Райнбот, я так понимаю, он хорошо любил. И вот смотрите, Future Sound of Jazz, 10 и 11. И выходили там и последние, но я уже этот период упустил времени. Сейчас, что вот мне и свойственно, бывает так, пропускаю какой-то период времени, а потом что-то нагоняю. Ну, в плане культурно-литературно, музыкально, там, спортивно. Бывает так, что я, наверное, упускаю что-то или на что-то другое переключаюсь, потом опять возвращаюсь. А почему? Есть смысл, да, еще раз говорю, сборники, покупая, интересные для себя какие-то другие вещи открываешь. Хотя, ну, вот тот известный, тот как Себастьян Тайлер, 2005 год издания, да? Вот. Сейчас из новинок, я говорил, пираты мало чего производят. Лицензии стали бешеные. Ну, можно попытаться поискать. Были вот, видите, как компост, вот такие-такие. Они, диджипаки, переизданы нашими правительства звука. То есть официально... Сейчас плохо видно, но видите, что компиляция Михаил Райнбот. Так, Music Lab что-то. Ну, в общем, да, вот были такие переиздания, просто не наводится, красные на красном написано, очень мелкие вот тут вот буквы. И вот такой вот диджипак. Поэтому, ребята, очень интересные вещи. Видите, есть и разные переиздания. Не все у меня что-то новенькое, как вот в этом идеальном состоянии. Барабанщики, да? Барабанщик. Потому что... Ну, мне тоже не принципиально что-то коллекционировать. Главное, чтобы само носитель музыки был и не попорчен диск. Остальное, как говорится, обложка, вот если вот как это чуть было, это не так принципиально. Ну, вот тут вот вся информация внутри написана. Вот такое оформление сделали. Палец такой, да? Как змея. Так, ну и давайте напоследок сейчас, если время хватит, включу. А с третьего, вот с этого, The Future Sound of Jazz, композицию «Рак с Кубы». А, они длинные в основном все треки, ну, большинство в этих сборников, потому что тут такая концепция... можно сказать, чилл-аут музыки выдерживается. Вот видите, и вот этот я достаю диск Jazz Sound of Jazz. И сюда кладу, заодно этот посмотрим. Тут тоже двойник. Я его как раз... А, ну я его тоже открывал, по-моему. Так что двойников у них тоже много выходило. Достаточно продуктивно. Ну, так, видите, счастьиками тут выглядит этот альбомчик. Так, да, двойник.
Первый диск берем. Так. И сейчас play. Где у нас? И какая второй трек по памяти сейчас? Надо вспомнить. Ой. Так. Задел. Да, второй. Бульки идут. Ну, такой достаточно интересный булькающий трек. И как шарики тут. Система, говорю, одна из любимых моих. Onkyo FR-B8. Такие B7 были. А Onkyo тут черные, их видите, вообще не видно. Thank you.
Вот такая, ребята, музыка, собственно говоря. Видите, тут и другие, тут подобраны очень хорошие композиции. Так вот, собственно, The Future Sound of Jazz. The Future Sound of Jazz. Видите, сам путаюсь. Volume 3, часть 3. Два компакт-диска.